24 февраля во Дворце спорта имени Курамагомедова города Каспийска стартовал открытый республиканский турнир среди юношей по вольной борьбе на прессе ЗМС чемпиона мира Курамагомедова. Отметим, что соревнования были приурочены к празднику «День защитника Отечества». Прошло открытие спортивного мероприятия с приветственной речи чемпиона мира Курамагомедова Курамагомедова. Приняли участие порядка 180 участников со всех районов и городов республики. Кроме того, в соревнованиях также участвовали гости из Якутии, Узбекистана и Казахстана. Стоит подчеркнуть, что проходил турнир среди юношей 2008-2010 года. Прошла очень интересная борьба в два дня. И что самое хорошо, что гости уехали с медалями. У нас две медали увезли якуты. Это очень меня лично радует, потому что мы любим борьбу, мы понимаем, что мы хотим быть первыми. Но когда гость приехал и уехал с медали, он захочет еще раз приехать. В следующий раз будем больше гостей приглашать. Почетными гостями турнира стали заместитель главы Каспийска Гусейн Нункилов, председатель совета имамов города Каспийска Мурад Исмаилов и многие другие. Соревновались спортсмены в весовых категориях от 35 до 85 килограмм. Победители получили денежные призы, велосипеды, кубки и медали.